подливать умеет масло. Ты умеешь подливать масло? Мы сейчас поедем на озеро. В Хакасию. С Вадиком и Дашей. У нас будет день полный приключений. Полный захватывающих моментов. Удивлен. Мы не будем скучать сегодня, это точно. Да, Вадик, дай 5. Это пафосные вещи. Это я прикалываюсь. Он тут Вадик живет. Вот тут его садик был. Никто же не знает. Вот тут Вадик паркует машину. Паркует машину. А сколько нам ехать надо? 4 часа? Или 5? Шира там поживем. Что-то я помню. Пакет! Я спасу пакет. Так, здесь вот в этом. В бардачке салфетку. Я в машине хочу. Ну иди в машину. Я подожду, пока вы отвернетесь. Я пошел переодеваться, короче. Че, пойдем? Подожди, Даша. Так, будешь сни мои влоги снимать. Нет, че, блядь. Покрутился. Ты хотя бы там объясни, может, куда ты ставишь, что я тут приехал, но вот пишу на это. Вадик, что ты можешь рассказать об, вот, о месте, куда мы приехали? Ничего не могу мне рассказать об этом месте. Знаешь, это озеро Шунет. Шунет? Да. Впервые меня сюда привезла Даша. И очень часто с родителями сюда ездили. Ладно, все. Тихо. Это не то, что ты мне сам предлагал сейчас сделать. Я не знаю историю. Хорошо, а... Арсенал. Что мы... Арсенал. Мы приехали сюда искупаться. Но погода... Погода располагает. Ветер такой... Холодный. Не знаю, мне нормально. Так ты толстый. Еще и напрёкся что-то. Я вот так пойду. Стоит тут, пресс дайв. Пойдем. Надо? Тут скрывают? В животе есть, блядь. Че, идите вы вперед, я не знаю, как тут идти. Мне страшно. Так,
думаю, что вы идете нормально, вы тапочки одели. Капец. Ну что здесь? Блин, оно каменистое, по нему босиком ты. Первый шаг. Ой, ты не обосрешься, блядь. О, вода-то холодная. Полотенце надо оставить. Давай полотенце. Грязь бросай. Это вообще не я хотел купаться так. Ты воду можешь мне. А сейчас станет теплее. Да. Точно тебе говорю. Сейчас будет опять зима байт. Пойдем. О, к ним. Вот этот момент, когда до пояса доходит, самый стрёмный сейчас будет. Все, надо нырять. Надо осторожно, за окном близко. Всегда. Ты самая смелая, просто так глубоко. И что дальше? Я не знаю. Надо второй раз еще раз. Так подальше надо заходить. Нет, уже не страшно. Найди ты пуху. Сыкуны. Не, надо тут в полдень приходить, а не в 5 часов. Да, все равно холодно. Да? Ты 20 думаешь? Газ на улице. Что 20 ходит? Это хорошо. Вот. А, я знаю, что я могу сейчас сделать. Согреться? Да. Да. Ну да, не так уж и холодно. Не так уж и холодно. Теперь хорошо. Маша, не плыви, Денис. Нет. Да, но очень классно. Столько всяческих этих элементов. Давай, рассказывай. Да, да, да. Расскажи нам про озеро Шунет. В чем его прелесть? Ну погреешься, расскажешь. Грязь есть. Вот это рассказ. Тут грязь есть. Через минуту выдавило. Просто смоет губы. Перестань. Не, мне начинает нравиться. В смысле, если помереть в воде? Ну, если помереть, типа пресный, наверное, всплывешь. А тут просто, ну, ты можешь лечь? Да, я плаваю, кстати. Я плаваю. Это говно. Это вырежу. А? Я это вырежу. Почему? Про говно? Ладно. Пару слов. Как ощущения? Хорошо. Бодрость духа? Да. Бодрячок. Вот и хорошо. Как русалка. Очень тепленькая. Полотенчик. Салфетка. Мы идем набирать целебную воду. У нас целебная? Она, да. Все полезные. Как похмелье? Первый. Thank you.
Нет, на пике вот здесь. На чем? Ты снимаешь? Просто тыкай тебе палкой в лицо. Нет. Она поцарапана у тебя, да? Ну это она не поцарапана. Просто... Это Даша сегодня отмылась. Плавала и поцарапала. Какая ответственная. Настя. Чего вы приехали? Чего вы так долго? Что? Ты я за себя. Вот подруги взяли. Классно. Сыры? Отойди. Вадик, ты разводишь костер? А что ты делал? Как ты разводил? А, проведи урок. Все просто, на самом деле. Дрова, сухие. Говорил. И что, дрова? Ты взял дрова, а что дальше? Сухие. Взял две салфетки. Две салфетки? И березовую кору. А зажигалку ты брал? Все зашло как надо. Ну, конечно же, без зажигалки как бы не получится процесс. Где-то же надо огонь выбивать. Я же не буду тебе сейчас камень, где камень посекать. И то правда. Получилась вот такая вот замечательная вещь под названием костер. Там еще кокосовый уголь. Я его привез из Индии. Сам. Сам. Какой приятный запах. Знаешь, костра. А угли уже там, да? Классно. Готово. Что, мы будем шашлык делать? Шашлычник у нас с Артем. О, Сани. Сани. Типично. И у нас два туалета. Мужской и женский? Там есть разница? Можешь подняться вот наверх. Да, у нас еще есть лавочка, чтобы там сидеть и наблюдать. Созерцать природу. А ну-ка повтори на камеру. Че? Где там Денис? Я говорю, тебе там рай выбирай. А там, где я уже лег, нормально? Ты уже лег там, да? Ну там, там уже в левой комнате. Вот так вот все сломалось, да? Не, ну в смысле там, где мой рюкзак лежит. Так, а бы нет. Только раньше они бы полопались. От мышц. Подожди, раньше они от жира полопались, сейчас от мышц. Ты смотри, бойся моего бицака. Барашек. 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 But you can see me, pull me out of here. Feels like I'm drowning. Вообще не тонешь. Сейчас проверим. Может, жай газету читать. Сейчас проверим. Дина, пойдем за Дашей, сходим Дашу. Мы с Артемом идем вместе купаться. Если ты помнишь ногу, ты сипах. Я, наверное, зря тапки-то взял сейчас. Тапки зря одел. Почему?
пошли посмотреть вниз просто или что? Нет, достигай что-то. Я смотрю, как надо. Вот. Давай, Тёма, покажи, как надо. Вкусненько. Как надо. Как вчера? Как вчера? Ну да, блин. Ё-моё. Вчера. Даже круто. Давай, Денис. Чем я писался, но вот это... Давай, на раз, два, три! Давай. Всегда не заряжал все три дня. И теперь... Теперь она разряжает. Теперь 8% осталось. Местные... Давай, давай. Местные девчонки. Вот еще одна. Семечки, да, Тёма? Да. А чем сеновал? Артём, куда мы сейчас поедем? А, зачем ты так ко мне обращаешься? Артём, никогда ты не говоришь. Это на камеру? Я это вырежу. Сейчас поедем на Киприно. Это буквально 20 метров уезжаешь. А серьезно, это рядом, да, совсем? Вот прямо вот здесь. Тут пешком можно идти. Назад сюда. А, тебе не выехать? Настя! А. На, отъедь, а! Да пусть Вадик отъедет. Не, ну Кириллу выехать надо, я видишь, встал. Вадик отъезжает. А, ты ему... Че, ты Жигули не мог взять с собой в деревню людей не бесить? Смотри аккуратно. Я думаю, они не бесят. Почка, ничего не села. Я бешусь. Сейчас Жигули нет. Смотри, помоги мне не проехать. Вот мы на очередном море. В этот раз с пресной водой. Опять идем купаться. Сегодня последний день. Воскресенье. Через 4 часа поедем домой. Вот. Мух полно только. Этих слепней. Ну так нормально. Мне нравится. Нормально. Только не брызгайся, пожалуйста. Это срабатывает, да? Как правило. здесь.
like I'm drowning.